Как только начались осенние каникулы, моя двоюродная сестра и ее мама приехали к нам погостить. Мы с сестрой всегда праздновали Хэллоуин вместе. Мы просто обожали этот праздник. А еще мы перечитали, наверное, все страшные истории в интернете. А в этот раз мы нашли довольно жуткую историю про особняк в нашем городе. В городских легендах говорили, что этот дом принадлежал большой семье. Но закончилось это все довольно трагично. Поздним осенним вечером к этой семье кто-то постучался в дверь. На улице был сильный ветер и дождь. Отец семейства открыл дверь незнакомому человеку. Это был молодой парень. И с виду он не был опасным. Он попросился войти в дом и остаться там на ночь. Как загипнотизированный, отец семейства позволил ему остаться. Дал ему перекусить и предоставил целую гостевую комнату. На следующий день к семье должны были прийти и гости. Но когда они вошли в открытую дверь дома, в живых уже никого не осталось. Эта новость быстро разнеслась по всему городу. Было много разных сплетен и слухов о том, что же там произошло. Ну а дом после этого случая так и остался без новых покупателей. Прочитав все это, мы решили, что найдем и отпразднуем в этом доме Хэллоуин. Нашли мы его быстро, и уже на следующий день, взяв только фонарики, мы оказались в особняке. Как только мы переступили порог дома, то почувствовали чье-то присутствие. В нем было очень грязно, а в некоторых местах даже оставались капли крови. Мы этого не испугались и поднялись на второй этаж. Только мы начали туда подниматься, то услышали, как наверху...